Йоу, ребята, всем добро пожаловать у микрофона, как всегда Рамзес. Возвращаемся в нашу любимую КС-очку и сегодня продолжаем играть на чудесном и замечательном зомби-сервачке под названием Зомби Босс. Все ссылочки на него будут, как всегда, в описании, ребятки, как и обещал для вас в течение этой, как минимум, недели, да, буду выпускать для вас видеоролики каждый день, поэтому усаживайтесь поудобнее, ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал и, конечно же, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новых видеороликов и смотреть их первыми. В общем, ребят, сегодня разыгрываю для вас привилегию создателя, салют для вас точнее, да, как только вы наберете под этим видеороликом, давайте 250 всего лишь лайков, то есть видеоролик выходит утром в 9 часов утра по московскому времени, да, и в принципе вы буквально за час, там будет уже просмотров 500, да, вы уже сможете спокойно набрать 250 лайков, я сразу же вам на этом сервачке солью создателя, поэтому, братишки, все, с вас лайкосик, подписочка, но мы в принципе начинаем, поиграем немножечко. Давайте джетпак с Теслой возьмем, телепортик, в принципе, чтобы нам вот так вот телепортироваться, закупим. Давайте покажу, что вам будет доступно. Это 4 привилегии: VIP, админ, супер админ и создатель. VIP-ке сможете брать броню жизни. Вот такие вот эльф-пушечки классные, прикольненькие, золотые со спрейфами. Эльф-эмочка вот такая. Дальше вам будет доступна броня жизни. Баф-эмочка вот такая вот, ребят, тоже с двумя режимчиками на правую и на левую кнопку мыши. Дальше кросс-баф, это арбалетик вот такой. Кстати, он очень мощный, у нас сзади кто-то фигачит. Так, сколько у нас? 3 человечка осталось, поэтому нужно быть предельно осторожным и внимательным. Так, вот, то есть арбалетик, вот я вам всем советую брать вот этот вот и играть только с ним, потому что он очень мощный, без задачи тем более еще вот купим. И, в принципе, бесконечную энергию для джетпака, чтобы у нас была. Так, паренек офнулся. Давайте с джетпака немножко еще постреляем. Так, это что-то багается, но у него мало хп, мы можем, в принципе, его завалить. Главное, чтобы нас никто не достал. Так, давайте, давайте. Стреляем, стреляем, стреляем. Все, вот видите, за пару секунд мы просто делаем киллы. Это очень-очень классно. Так, дальше. И эльф ВСКшка здесь. Кстати, вот ВСКшку тоже вам всем советую брать, потому что ВСКшка тоже, как и арбалет, очень-очень мощная. Сейчас только нам нужно включить бесконечные патроны. Давайте супер админ меню, здесь шокер перчатки, Танатос, Торнадо тоже вам будет все доступно. Вот это сейчас вам покажу, чтобы вы понимали. Так, вот эти вот перчаточки вам будут доступны. И Танатос, Торнадо, это вот эта вот пушка, классно. Так, ну мы ВСКшку давайте возьмем, я хочу с ней немножко побегать. Менюшки создателя, вот бесконечные патроны включаете и просто по КД стреляете. В магазинчике закупаете без задачи, бесконечно патроны включаете через менюшку создателя и просто фигачите, фигачите и фигачите, пацаны. Вот так вот делаете киллы, убиваете всех подряд. Вот зомбаки сразу к вам лезут сейчас, да, вы просто вот так зажимаете и фигачите. 1000 хп остается, попытаемся сейчас скиллить. Так, он же отсюда не выберется. Так, 8000 хп, так, 8000 хп, давайте, пацаны, сейчас попытаемся завалить, завалить, завалить. Так, все, килл сделали, отлично. То есть, вот, зомбаки бегут, вы становитесь где-нибудь и вот так вот через менюшку создателя всех просто мочите по красоте. Это очень-очень-очень классно. Имбово, самое главное, имбово, то есть вам вот эти вот приколюхи будут доступны, сможете копить паки, играть, собирать вот такие вот подарочки, которые вам будут дропаться. Так, давайте выстреливаем, только промахиваемся немножечко. Так, все, становимся с ВСКшечки нашей, стреляем. То есть, ну, как-то так. То есть, интересно играть на самом деле. Вот, только вот, когда зомбаки вот так вот к вам бегают, это не очень классно. Поэтому нужно успевать и аккуратно вот играть. Так, у нас же паутинка еще есть, это тоже забыл. Так, давайте, давайте здесь. Блин, практически завалил. Цены на привилегии, если вы захотите докупить или купить себе индивидуальную какую-либо привилегию, то вот, все ссылочки на онлайн-покупку bosscs.ru сайт будут в описании. Цены очень дешевые, продаются только навсегда привилегии, поэтому это огромный плюс. Купили и забыли. И, в принципе, все, наслаждайтесь игрой. Так, 3000 хп, братишка, давай-ка мы тебя по-быстренькому завалим. М24, М23, так. Ага, а все, я, а каким образом я его завалил, я вот не понял. Здесь вот самое интересное, что, как это называется, пацаны, что ВСКшки, то есть вот мы можем без прицела стрелять, здесь показываются пули, куда стреляют. То есть вот мы встали, к примеру, нацелились, навелись, и все, просто зажимаем, и вот так вот стреляем. Диски смерти ген какие-то бросают свои, так, аккуратненько за бронюшкой, пацаны, следим, чтобы нас не заразили. Выстреливаем, так, давайте подлетаем
сюда, последние секунды остаются, нужно сделать хотя бы еще один килл, пацаны. Все это сделали, и этот уже, я думаю, не успеем, скорее всего. 9 секунд, 5000 хп, пацаны, ставьте ставки, успеем. Я думаю, успеем. Да, все отлично, то есть у нас уже 8 киллов, грубо говоря, есть. Это очень здорово. Прописываем AMX мод меню команду. Ждем, так, все начинается. Управление зомби-модом сделать снайпером или немезидой. Давайте попробуем немезидой себя сделать. Все, отлично, мы сейчас немезида. Тоже несколько киллов сейчас подделаем. Ну, карта, блин, большая, неудобно будет. Все на паутинках вот так вот взлетают. Вот, одного завалили. Опа, опа, двух, трех. Все, отлично, 11 киллов уже есть, паки копятся. Ну, потому что у меня бесконечные паки, да, поэтому у меня всегда 1000, а у вас будут копиться. Вот так вот сможете делать себя, играть и наслаждаться игрой. Так, здесь сразу же игроки возрождаются, поэтому намного, как это сказать, намного интереснее в плане, что, ну, киллы и паки сможете накопить просто за пару секунд, за пару минут, да, это очень-очень классно, только у нас 10 тысяч хп остается тем временем, да, я предлагаю вам вообще сюда пока что заныкаться, вот так вот, и ждать пока сейчас игроки, блин, 3000 хп, пацаны, все, нам сейчас ГГ будет, давайте сразу же начнем чирка, чтобы когда зомбаки, угу. Так, все, этого завалили, отлично, сейчас за джетпаком пацаны прибегут, 2000 хп остается у нас. Аккуратненько, пацаны, аккуратненько. 14-0, у меня пока что самый-самый лучший счет на сервере, грубо говоря, да? Ага, жетпака стреляют, 2000 хп остается. Так, все, последний килл, 15. Да, все, меня завалили. То есть вот такой вот сервачок, пацаны, интересно вот так повыживать, поиграть, я думаю, будет самое то. Так, выжившим, я так уже понимаю, мы себя пока что сделать не сможем. Ну, ничего страшного, я так думаю, ничего страшного, так... М2 броня закупим, без задачи, телепорт, джетпак, бесконечную энергию, маску от вируса, и в принципе пока что все, и у нас чума, и то, что я вот, я, кстати, меня вот всегда бесило, когда я вот так закупался постоянно, да, меня превращали всегда в зомбаков, и это не очень-очень классно, то есть, ну, как-то так. Так, а возродиться, я так понимаю, прокачать зомби здесь есть. А, сразу, нифига себе у нас гравитация лютая, пацаны. Нифига себе, посмотрите, просто я думаю, сейчас мы до туда долетим на изи. С вами бешеный зомби покупаем, смотрите. Да, спокойно, вот я что-то сосредоточен, способность готова. Так, это оглушение, я так понимаю. Блин, а сколько у него хп? 2 человека, все, его завалили. Последний паренек остался вот здесь. Думаю, завалим сейчас его тоже, пацаны, по-быстрому. Так, блин, ну нам нужно... Я вот не могу его... Очень-очень-очень большой прыжок. Поэтому сложно на самом деле выживать. Блин, вот, видите, практически мы его 3 минуты. Блин, ну пока что... Блин, я мог сейчас его завалить, у него пару хп оставалось там на самом деле. Мы могли его спокойно убить, но что-то не получилось. В общем, пацаны, зайти, поиграть, вот так повыживать, я думаю, будет само то. Тем более, вот, ценные привилегии у вас сейчас на экране. За 250 лайков, как только набираете, я сразу же сливаю для вас халявную привилегию создателя, поэтому дерзайте. Ну и на этой чудесной ноте я буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр, с вами был РМ за эти дела. Всем хорошего, чудесного настроения, братишки. Всем удачи и всем пока. Пока.